Хороший знак. Птица, это хороший знак. Птица, это хороший Валера, знак. Успокойся. Стой тихо. Почему танки можно, а мне нельзя? Просто она послушная, а ты нет. Еще свалишься. Давай. Бегония, зачем вам уезжать? Оставайтесь. Слушай, тебя вывезли в Советский Союз, потому что здесь была война. Иначе было нельзя. Всех детей увозили, чтобы спасти. Но прошло уже 20 лет, войны больше нет. И почти все вернулись. Смотри, детям здесь хорошо. Оставайтесь, сестренка. Хосе, не мучай меня. Ты же знаешь, у меня в Москве муж. Я не могу остаться. Хосе, давай с нами. Не могу, сестра в гости приехала. Энсьеро! Самые смелые сейчас будут бежать перед быками. Thank you.
хочешь у меня? О, Хосе, gracias, gracias, gracias. Спасибо, спасибо тебе. Pues, ¿y tú? ¿Por qué te quedaste? Ну, а ты чего стоял? Нужно было взять его за рога и выкинуть с площади. Я не могу. Почему не можешь? Потому что я маленький. Маленький? Большой? Можешь или не можешь, это всегда тебе решать. Когда ты найдешь то, что полюбишь по-настоящему, ты сам удивишься, сколько всего ты сможешь. А как я найду то, что я полюблю? Оно само тебя найдет. Че, мелюзга, платочек мама повязала? Ты что делаешь? А ты чего? Куда? Куда? Мам, он все сам знает. Он же чуть не остался без глаза. Ничего, у него второй есть. Садись. Чего ты с ним вяжешься? Две минуты. Полема. А. Ну скажи мне, ну я же открыт. Ладно, Гусь, не учи меня в хоккей играть. Лучше зуб себе вставь. Садись, ты уже, Борис. Вот куда его тренер смотрит? Вон только второй, и то лучше. Все. Бобровский, Спартака, хороший тренер. Ну, с Кулагиным Валерке тоже повезло. Он с самим Тарасовым работает. Вот, смотри, смотри. О, пришел, пришел. Кто это? Кто Тарасов? Тренер ЦСКА. И сборной. Да, и сборной. Самый мощный советский мужик после маршала Жукова. Брательник, погоди, а как же? Ленина я не беру. Валер, смотри, Тарасов пришел. Вон те двое, о которых я тебе говорил, на скамейке штрафников. Ты что, издеваешься, что ли? Ты канадцев видал? Они таких в шахматы даже не берут играть. А ты присмотрись. Защитник Гуськов, многообещающий парень. Второй, номер 17, просто самородок. Темп, обводка, бросок. Ты чего, Валер? Да вот сижу и стоп себе думаю, не дурак ли я? Нашел время сидеть. Команда играет в поле. Номер 17. Ну как? Слава, Гусь, нормально? Нормально? Пошел ты. Ну что, трудно в одиночку забивать, да? Угу. Играть никто не хочет. Самому все приходится делать. Золотые слова. Вот сейчас товарищеский матч в Японии. Просто некому ехать. Как некому? Ну никто же не хочет играть. Хоть самому на лед выходил. Нет, я хочу. Я могу. Как фамилия? Харламов моя фамилия. И что, прям в Японию поедешь? Да хоть куда. И дружок твой поедет? Да, конечно, поедет. А поедешь, Гусь? Поеду. А куда? Анатолий Владимирович! Пришло подтверждение. Вылет на Токио послезавтра. В аэропорту надо быть к 15 часам. Хоть куда, говоришь? Ну. Ну, если врешь. Гляди. Гусь. Гусь, пока. Я что, это я не понял. Мы что, в Японию летим? Сдурел, что ли? Так холодно. Ну ладно. Мне больше достанется. Валер, поехали домой. Да пошутил. Какой пошутил? Сказал, что 15 часов будет. Сейчас приеду. С Новым годом, граждане! Давай, праздником, давай. Товарищи! Топайте, говорю! Ребята, с Новым годом!
японцы, кто знает, а? Пошутил. Молодые люди, помоги чемодан вынести. Пожалуйста. До остановки. Ну, давай только быстро. Туда. Ой. Валер, ты чё? Вы улетаете куда-то? Валер! Угу. А куда? Куда летите? А? В Японию? Здорово, я только что из Мурманска. У нас там практика. Ой, летать страшно, скажите. Я всю дорогу просидела, вцепившись. Какого-то дядечку. А вот мой автобус. Спасибо вам большое. Ой! Осторожно. Спасибо большое. Очень интересно было с вами пообщаться. Счастливого полета. Конец, оплачиваем, пожалуйста. Давай быстрее! Серю, да, не Серю, а Стерю. Здорово. Что-то уже более-менее так, более-менее похоже. Привет, ребят. А вы куда собрались? Антон Владимирович, фигуристы. Форма нормальная. Не понял. Здесь немножко щитки, вот они грубоватые. Вот. Серьезно? А, ну да, а что? Анатолий Владимирович, эти тоже в Японию собрались. А, не, ребят, вы в Чебаркуль. Там вас ждут уже, я договорился. Антон Владимирович, подождите. Какой Чебаркуль? Город такой, на Урале. Хорошая команда, звезда, хороший тренер. Играете, побьетесь там. А Япония? Ну вот в Японию кое-как нашел, ребят. Анатолий Владимирович, регистрация заканчивается. А вам придется в Чебаркуль. Лады. Счастливо оставаться, фигуристы. Я не поеду. Я люблю гравити одна. Даже с музыкой встречаю. Красота. Ладно, пошли. Вы не подскажете, как добраться до хоккейной команды «Звезда»? Пока еще «Звезда». «Звезда»? Никогда не слышал. Слышали новость? Зимчик-то придурок наш. Наталья все клеится. Да пошли они оба. Что она мне, подруга, что ли? Здорово! Вот, сразу видно. Тарасовские. Свежая кровь, молодые орлы. Как нашей звезде вас не хватало, ребята. Но ничего, теперь наша звездочка засияет. Правильно я говорю? Ага. И сразу в бой. Всем установка на сегодня. Постоянно прессингуем, ломаем, крушим. Оборона противника. Правильно говорю? Да. Вот так. А дальше сами знаете, что делать. Что я вам рассказываю-то? Все в бой. Бой, ребята. Наполеон. Слушайте сюда. Забиваем одну шайбу и сушим игру. Всем все ясно. А зачем? Так мы сможем как можно дольше оставаться посередине турнирной таблицы. А если выиграть? Нет. А дальше что? Ну, попадем мы в первую лигу. Мы будем вкалывать, как папа Карло. Мы это уже проходили. Чем больше ты вкалываешь, тем больше они от тебя требуют. Нет, братан, тут такое никому не надо. Не, ребят, я так не буду. Хорошо. Смотри, какая красота. Твой номер 17. Даже не 16, ты понял? Думаешь, пришел такой король заморский всех паразитов? Я просто играть хочу. Я тоже хочу. И побеждать хочу. Ну не просто на льду, а по жизни. У нас тут все стабильно, солидно. Да, ребят? Ну да. Вот в чем она победа-то. Ну все, пошли.
За победу. Ну давай. Что же вы, ребятки, так-то, а? Мы на вас очень рассчитывали. Молоток. Ладно. Мам, у меня все отлично. Что? Да говорю, отлично все. Почему ты меня обманываешь? Чего это взяла? У тебя что-то случилось. Да нормально все. Почему ты не играешь? Почему? Играю, забиваю. Кто кого лучше знает, а? Ты себя или я тебя? Да нормально все. Алло, давай я приеду. Мам, мама. Алло, алло. Мам, плохо слышно, мам, я тебе перезвоню. Чего, тренировку отменили? Что? Я говорю, тренировку отменили? Я не знаю. Ну, вообще сюда после игры на следующий день никто не ходит. И давно это у вас? И всегда. Они в ресторане, наверное. Давай. Валер, ты чё с клюшкой припёрся, сдурел, что ли? А ты чего на тренировку не пришел? На какую тренировку? Все здесь. А чё, разве тренировка? Привет. Нормально. Твоя? Такая большая. А я в детстве шпагат умела садиться. А ты? Как нам эти бабы попали? Чё пристал-то? Сам ничего не помню. Валер, куда тебя несёт? Давай, давай, Кузь, Филонь, давай. Валер! Ну, хватит! Я Кузь! Больше не могу! Двигай за мной, давай! Валер! Давай, Гусь! Ну стой, Валер! Не отставай! Валера! Вперед, Гусь! Эй, красота! Ну что, дайте? Ага. Куда-куда-куда? Вон туда! На ту башню! Чего-чего? Патросы на руках! Вместо физзарядки, а? Да пошел ты! Чё, засал? Фигурист! Я фигурист! Держись крепче! Всё. Ты чё, Валя? Да вот вижу тут и стоп себе думаю. Не дурак ли я? Что я тут делаю? Фу ты, напугал. Гость, а у тебя какие планы? Ты что думаешь о ЦСКА, о сборной? Чтоб в один прекрасный день с канадцами сыграть? Посмотреть мир, показать себя.
Что, хочешь прямо здесь об этом поговорить? У нас нет никаких перспектив, мы мусор. Нас выкинули на помойку, тебя и меня, как хлам, понимаешь? Ты что творишь, Валер? Ради этого 10 лет тренировок. Ради этого все мечты в дребезги. Убьемся! Да лучше сдохнуть гусь, чем игры сушить. И перед всякими козлами присмыкаться. Ты хочешь жить? Ты жить хочешь? Да! Так давай шевелиться, гусь. Давай шевелиться. Шевелись! Шевелись! Я тебя не убью! Что, нарочно? Да, вот! Валера, молодец! Красавец! Ребят, в честь победы угощаю. Из дома прислали. Вкусно! Мужики, вылетайте! Бери, 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 не стесняйся! Мам, у меня все отлично. Честно? Да честно, все отлично. И город отличный, правда. Я тут забиваю по 7 шайб за матч. Мы вышли в первую лигу, будем с ЦСКА играть на первенство вооруженных сил. Отлично! Да. Давай я приеду! Япония, дружище! Ну что, Чебаркуль! На деревом Москву! Пока вырос этот мелкий-то, 17-й. Да! Мальчик золотой! 34 шайбы за сезон! Я слышал, слышал. Михайлов, что ты тут вертишься? У тебя все открыто! Харламов! А ты что зеваешь? Вон туда! Это лучше любых побед. Вот так и нужно играть. Да, ну и еще. Харламов перебирается в Москву. Его забирает Тарасов. Всем отдыхать. Все правильно? Все будет хорошо, я поговорю с Тарасовым, шикарный мужик. Ну да, один раз уже поговорил. Слушай, Гусь, ну он же видел тебя.
А меня он теперь ценит. Не откажет. Послушай, ну ты же не самоволка ушел, а в законном отпуске. Попробуй, а пытка не пытка. Ух ты! Гусь, сумку мою захвати! Чего? Давай, Гусь! Давай, Бекунов, все, разлегся! Давай, 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 шевелись, шевелись, полуфабрикаты! Время, ребят, время! Давай, что зеваешь? Анатолий, ну так и тоже нельзя. Ну чуть кто из другого клуба засветится, его моментально в армию забирает. Он заиграет у вас в ЦСКА. Слушай, чего вы от меня хотите? Лично я от вас ничего не хочу. А вот Федерацию хоккея беспокоят ваши странные методы формирования команды. А я вот свои методы ни с кем обсуждать не собираюсь. И вообще вот этой куриной федерации меня не отвлекайте, пожалуйста, от тренировки. Как вы сказали, куриная федерация? Да. Так передать? Пусть так и передайте. Все, здравия желаю. Антон Владимирович, здрасте! О, Чебаркуль. Антон Владимирович, я не один! Я с Гусем! А, с Гуськовым! Здрасте! Мы с ним в паре работаем. Он подает, я забиваю. Ну, вы видите все. Чего я видел? Гуськова. Ну, может, его тоже? А то как-то странно будет. Я в ЦСКА, он в Чебаркуле. Ты в ЦСКА? Ага. Действительно, глупость страшная. Как глупость? В смысле? Да ничего с тобой пока не ясно. Приходи завтра, попробуем. Подождите, я же специально из Чебаркуля прилетел. Вы меня сами вызвали. Я же команду бросил. Молодой человек, если вы там в Чебаркуле оставили что-то важное, то вам, безусловно, пора обратно. Во сколько тренировки у Альфера начинаются? Куда как? Часов в 11. Ну вот и успеете, если что, на самолет. А так завтра жду обоих в 7. Помочь, пап? Отдыхай, сынок. Сами разберемся. Так что ж выходит? Племяш-то мой. Теперь игрок Центрального спортивного клуба армии. Ну так его же сам Тарасов, японский мастер, пригласил. Тарасов! Да ладно, Тарасов. Все равно им канадцев в жизни не одолеть. Ты никак не здесь, нахуй. Валера, а ты чего сумку не разбираешь? Непонятно еще. Давай-ка я сама поговорю с этим твоим Тарасовым. Нет, мам, нам Тарасов живым нужен. Мы когда-нибудь по этому телевизору увидим, как Валерка за сборную играть будет. Да, сынок? Выше, ломики, выше, выше! Как любимую девушку нести? Быстрее, быстрее, быстрее! Пошли! Вам не тяжело! Быстро, 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 быстро! Игорь Владимирович, ну а мы-то когда? А вы посмотрите пока. Да посмотрели уже. Ну еще посмотрите. Люди, чтобы на ЦСКА посмотреть, по 3 рубля платят. Хорошо, хоть в Чебаркуль не отправляй. Тренера не убей. Да он издевается над нами. Мы же до осени просидим. Вообще-то он мне сказал, что я завтра тренируюсь со всеми. Кто сказал? Тарасов. Когда сказал? Вот, только что. А про меня что сказал? Про тебя ничего не сказал. Учись, Петрович. Молодой человек, а что вы там делаете? Тренируюсь. А что вам велел тренер делать? Смотреть. Ну так выполнять!
Здрасте, Борис Павлович. Здорово, Валер. Ну что, мы опять с тобой вместе? Да какой там вместе? Я что-то вроде как постоянный зритель. Сижу и стоп себе думаю, не дурак ли я? Не понимаю, чего он хочет от меня? Я уже с ним 20 лет и тоже не всегда понимаю. Но он точно знает, чего хочет. Может, мне назад в Чебаркуль? Наблюдаю, наблюдаю твои баталии с вашим громовержцем. Молодец, упрямый. Удар, держишь. Балашов Эдуард Михайлович, Центральный комитет партии. Подвезти? Да нет, спасибо, я пройдусь. Ты что, расстроился, что ли? Да не бери в голову. На Тарасове свет клином не сошелся. Постараюсь тебе помочь при случае. Спасибо. Отдыхаем 5 минут. Короче так, слышь, я его обхожу. Развернулся, провел направо, смотри. Он влёгся, я шайбу в конёк. Харламов? И ведёрко там захвати. О, будь другом, шайбы пособирай. Не на одном месте сидеть. Ты, я смотрю, тоже особо не бегаешь. Хочешь поменяться? Кстати, отличная идея. Слав, ну-ка уйди. Харламов, дай ведро. Пошел в ворота. Слав, дай ему клюшку. Подъем! И запомните, каждый игрок должен уметь защитить ворота. Будь то вратарь, защитник или даже нападающий из самого Чебаркуля. Рагулин первый, остальные по очереди. Это что такое, Александр Павлович? Сжибем же молодого, Анатолий Владимирович. Начинать. Ну, прости, дружище. Как глист изливаешься! Защищай ворота! Всем телом защищай! Как детей у своих защищал! Как родину защищай! Все, все, хватит! Что вы... Молодой человек, я вас правильно понял? Вы сказали все? Да нет. Сорвалось просто. Вот так, дорогие товарищи. Мы сейчас чуть было не потеряли выдающегося хоккеиста Харламова. Но на нашу радость он опять с нами, и мы продолжаем упражнение. Тебе не больно, Харламов? Радостнее! Веселее! Ты в хоккее!
Все по очереди на его место. Валер. Эй, ты чего? Слушай, я понимаю, надо немного потерпеть. Мне кажется, Тарасов... Ты котел твой, Тарасов, садист! Ненавижу! Сам уже играть не может, вот и наслаждается! Пель обоссанный! Вообще-то Анатолий Владимирович приходил, чтобы позвать тебя, Харламов, завтра на тренировку. Меня не интересует то, что вы думаете о тренировках. Мне абсолютно наплевать, что вы думаете обо мне. Да, Харламов? Вперед! Но запомните, мне нужны атлеты. Смирнов и Подберецкий пришли первыми. Молодцы! За это и в награду еще один километр. Всех касается! Вперед! Мне нужны железные люди. Сильнее, чем канадцы. Стальные мышцы, стальные нервы и стальной ум. Мне не нужны разговоры. Мне нужны дела. Человеку всегда кажется, что в его силах намного меньше, чем он может на самом деле. Ну что, ненавидите Тарасова? Правильно. Ученики часто ненавидят своих учителей. Бывает, даже предают. Когда вот объявят, что шайбу забил Валерий Харламов? Ну не все ж сразу, папа. Да чего ждать-то? Громить надо. А ты все смотришь. Вот канадцы, другое дело. Знаешь что, дядя Петь, между прочим, люди, чтобы на ЦСКА посмотреть, 3 рубля платят. Валер, сынок. Валерочка. Ну что ж, дорогие радиослушатели, этот напряженный матч команд соперников ЦСКА и Спартак подходит к концу. Неужели он так и закончится с ничейным счетом? Ну что, дадим шанс полуфабрикату? А то ведь протухнет. Да уж пора. Харламов приготовится! Фирсов, Викулов! Ну что, показывай, на что способен. Только осталось же минуту. Ну что же, это целых 60 секунд. Хорошая шайба за это время долетает до Владивостока. Смена! Давай! Тебя как звать-то, коротыш? Парень, ошибся. Отличный гол. Шайба хорошо была. Ну, на поле сами все было. А что такое? Я, кажется, забил. А что ты забил? Тройка не работает? Команды нет. Согласен?
В общем, Викулову и Фирсову ты не подходишь. Я думаю, дать им Лупанова. Как думаешь, будет? Думаю, да. Будет хорошо. Ну и лады. А ты пока еще на скамейке посиди. Анатолий Владимирович, Вермана Ореве-Абад, можно бегоне. В общем, я очень страстная поклонница хоккея. На днях я видела матч, и меня потряс один ваш игрок. Харламов, кажется. Я хотела узнать, почему он так мало играет. Ну, это сложный вопрос. Так, быстро все в автобус, быстро, быстро! Эй, подождите. Не пускать мальчика на лед – это преступление. Как перед хоккеем, так перед всей его семьей. Ну, не может лучший игрок в команде сидеть на скамейке. Я обязательно обдумаю ваши слова. Вот-вот. Я знала, что вы поймете. Сразу видно, что вы великий тренер. Вот, держите. Это лучший пирог во всей Испании. Я рада, что мы с вами договорились. О чем мы договорились? Мы ни о чем с вами не договаривались. Нет, вы возьмите. Во-первых, я старалась, а во-вторых, вы мне дали слово. Стойте! Куда это вы уходите? Сколько еще мальчик должен мучиться? Черти, кто катается, лучший игрок на скамейке. Сколько их у вас там на льду? 5 или 6, выпустите 7-го. Какая вам разница? Я его вообще на лед не выпущу никогда после этого. У него 36 шайб в прошлом сезоне. 36 голов. И еще его фотографию напечатали в Советском спорте. Вален, сыну, бегоне. Вален. Счастливо оставаться. Иди возвращай своего испанца. Валера! Валера! Ты забыл свою палку. Валер, блядь, а я по вашу душу. Ах, как это гол впечатал с Фирсовым Викуловым. Фантастика, шедевр. Я тебе всем говорю, вот форвард. Валер, что происходит? Ну почему он опять тебя отстранил? Ты же игрок с явно выдающимися способностями. Тебе надо уходить в другую команду. Тебя любой тренер с руками-ногами оторвет. Тот же Бобров в «Спартаке». Я поговорю с ним. Вот как можно тебе не давать играть? Надо нам с тобой в спорткомитет заехать и рассказать там про всю эту ситуацию. Люди здоровье подрывают, уверенность в себе теряют из-за этого самодура. А ему что? Он других набрал, а вас за бортик. А куда бедному спортсмену податься? В таксисты? Нет, кончилось время этих сталинистов. Кончилось! Ну, насчет Сталина там в спорткомитете не говори, но по сути я прав. Вот так вот. А насчет «Спартака» или «Динамо» ты крепко подумай, крепко. Свободно? Здесь везде свободно. Ладно, садитесь. А я вас помню. Вы в аэропорту были, в Японию летели. Опять, что ли, уезжаете? Ну, вроде как да. Куда? Не знаю. Может, обратно в Японию. Что? Вы сегодня какой-то несчастный. С чего взять? Не знаю. Просто такое ощущение, что вас надо спасать. Скорее, высушите хорошенько. Через 15 минут закрываемся. А я вот экзамен завалила. Домой не хочется. А вы чем занимаетесь? Я таксист. Таксист? Угу. Хорошая профессия. Ну да. Но я не хочу быть просто таксистом. Я хочу быть лучшим в мире таксистом.
Лучшим в мире. Что же мешает? Да. У нас там начальник автопарка не дает разогнаться. А тут предложили автопарк сменить. Может, плюнуть на все и согласиться. И что теперь будет? Что? Ну, с экзаменом. Извините. Пересдал. Я упрямый. Я его на 3 сдала, а хотела на 5. Mm-hmm. А потом узнала, что все остальные не получили. Все относительно, понимаете? Может быть, вы уже лучший в мире. Просто пока не догадываетесь. Нет, я не лучший в мире. Это точно известно. Значит, все впереди. Главное, все делать честно. Не торговать водкой из бардачка. Ну и научиться быть счастливым. Как у вас так просто все. Я вот так не могу. Ну, можете или не можете, это же вам решать. Правда? Ну что, ЦСКА, готовы? Так точно. Сядем. Лады. Центральное телевидение ведет репортаж из Московского ледового дворца спорта. Приготовились Михайлов, Петров и Харламов. Валер, на лед. Что? Чё стоишь, на лед? Сфера! И вот на лед выходит новая тройка нападающих ЦСКА. Странный выбор. Сделал тренер Анатолий Первая Тарасов. Первая камера в эфире, внимание. Троечка, внимание, набери 18. Мне крупный игрока 17-го. Харламов. Простите, Харламов. Удача молодого игрока под номером 17. Хотя, погодите. 17-й возвращается. Третья камера. 17-го мне подхвати и веди его, веди. Вступает молниеносное взаимодействие с более опытными членами тройки. Михайловым и Петровым. Отличная комбинация. Блестящие передачи. Вы только поглядите, какое взаимопонимание демонстрируют хоккеисты. ЦСКА атакует. Бросок. Слаженной и стремительной игры. Предлагаю запомнить сочетание Михайлов, Петров, Харламов. Молодые тарасовцы. Шайбу за косу. Валерий Харламов. Вот это дело! Ты посмотри, что творит твой сын! Меня это больше не интересует. Тарасовец. Город Москва. Ледовый дворец спорта. Воспитанник знаменитого тренера Анатолия Тарасова Валерий Харламов забивает еще одну шайбу. Теперь исход матча предрешен. В атаке блистательная тройка Михайлов, Петров, Харламов. Какую интересную обводку демонстрирует номер 17 Валерий Харламов. Нестандартное мышление у этого хоккеиста. И вот результат труда наших прославленных спортсменов. Команда ЦСКА – чемпион страны. Героям вручаются заслуженные награды. Как жаль, что в чемпионатах мира никогда не участвуют так называемые канадские профессионалы, сильнейшие представители этого вида спорта. Любители хоккея мечтают, чтобы советская сборная, многократный чемпион мира, сразилась с игроками НХЛ. Это могла бы быть самая грандиозная ледовая битва в истории. Твое место.
место в сборной заслуженно занял замечательный нападающий Валерий Харламов. И сразу стал лучшим форвардом чемпионата. Как ты можешь так с матерью, а? Почему-то я должен извиняться. Может, она должна извиниться? Валер, ну ты же знаешь, она гордая. Ну вот и я гордый. Подвезти? Нет. О! Так, красота! Ну что, с новосельем, Харлам? Давай, давай, давай! Жираф. Мы дружим с 8 класса. Слушай, похоже, я ему не понравился. А ты что хотел? Он же за канадцев болеет, как все жирафы. О, тогда понятно. Дядя Харламов, а можно с вами сфотографироваться? Ну, давай. Тоже могли играть в этой команде. Януш Петровицкий, НХЛ Канада. Валерий Харламов. Можно вас на минуту? Хотел бы с вами переговорить. НХЛ Канада? Извините. Прошу вас, поговорить по-русски. Представь себе, да. Очень рад наконец тебе встретить. Ты уже большая знаменитость. Сложно быть лучшим из лучших. Хотя, конечно, быть лучшим из советских заслуга небольшая. Но тем не менее. Лихо вы так, о чемпионах мира. Вы чемпионы мира только потому, что наши ребята не участвовали в чемпионате. Ты неплохой игрок. Тебе здесь нечего ловить. Тебя используют. А ты должен играть с лучшими. Эспозито, Ор, Хай. Ты знаешь, сколько ты бы мог заработать в канадской лиге? 1-0-0-0-0-0-0-0. А? Неплохие деньги. Я всегда мечтал сыграть с канадцами. Чтобы надрать вас вместе с нашей сборной. Мне нравится, когда ты шутишь. У вас против канадцев никаких шансов. Ну, я бы это проверил. Наш хоккей уважают во всем мире. Скажу тебе секрет. Вас не уважают, вас боятся. Нас уважают. Вас боятся. Ну, к черту политику. А у вас неплохой русский для канадца. А я из Польши. А, так вы поляк. Канадец польского происхождения. Добрый вечер. Прошу прощения, мистер Петалицкий. Задержали дела. Зато у меня хорошая новость. Встреча состоится завтра в спорткомитете на самом высоком уровне. Ужин нас уже ждет в отдельном кабинете. Здравствуйте, Эдуард Михайлович. Привет, Валера. Ты, я вижу, уже нашел общий язык с зарубежным гостем. Присоединишься к нам? Да нет, спасибо. Рад был познакомиться. Я тоже. А над моим предложением все-таки подумай. Ну, извини. Что-нибудь выбрала? Знаешь, то кафе, где мы познакомились, мне понравилось больше.
I really hope that we succeed. Я надеюсь, мы обо всем договорились. We call this super назовем это суперсерией. Звезды НХЛ против советских чемпионов мира. Это вам наш, так сказать, русский хоккейный сувенир. Thanks. That's a Thanks. Russian souvenir for you. Thanks. And this is our famous team. А это наша знаменитая команда. Спасибо. Thank you. До свидания. Goodbye. Да, жили не тужили и на тебе. Вот именно. Согласимся, будет позор и разгром. НХЛ это НХЛ. Я воспитал сборную, которая в состоянии выиграть у любого соперника. Скромнее надо быть, товарищ Тарасов. Это сборная, сплошные ваши любимчики из ЦСКА. Кстати, товарищ Тарасов, а почему вы так редко приглашаете в сборную игроков других клубов? Ну вот спартаковцев, например. Между прочим, любимая команда Леонида Ильича. Да, и тренер там выдающийся. Всеволод Михайлович Бобров. Да, отличный тренер. А у вас в ЦСКА сплошной волюнтаризм и самоуправство. Ну-ну, товарищ Балаш, ну зачем-то? Вы вообще в курсе, что советских игроков уже вербует в НХЛ? У вас же под носом. Вы что, можете назвать какие-то конкретные фамилии? Я настаиваю на том, что в команде тяжелый моральный климат. Молодые игроки жалуются, что здоровье подрывают. Уверенность в себе теряют. У вас есть доказательства? Да, есть. Ну так представьте. Представим, не сомневайтесь. Не надо горячиться. А что он? Товарищ Балашов, надо составить бумагу, будем разбираться. Правильно я говорю? И копию. Непременно. Ну что, будем укреплять сборную игроками других клубов и сражаться с канадцами. Да, если что не так, шапки полетят у всех. А у вас вместе с головой. Вызывали. Так. Якушев, да, это Спартак. Харламов, я слышал, тебе дали звание заслуженного мастера спорта. Боря, смотри. Вот. Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии рекомендовало присвоить Харламову Валерию Борисовичу звание заслуженного мастера спорта. Это как понять? Да я никогда не был в политбюро. Я там никого не знаю. Ты мне, Харламов, не ерничай. Ты мне такими вещами не ерничай. Да я правду говорю, Анатолий Владимирович. Ты видал? Борь, ты видал, да? Квартира новая, Волга новая. Звание заслуженного мастера, у него-то годы, да? Куда дальше расти? Некуда, только в председателя президиума Верховного Совета. Анатолий Владимирович. Валера! Я бы сам дал, сам, но потом. Ну ты видишь, ну вот, стоит и ни хрена не понимает, с кем можно, с кем нельзя, с кем можно там шу-шу-шу, а с кем опасно. Чтоб тебя здесь заперли навсегда, да, и чтоб команда играла без тебя. Или ты, может, вообще хочешь, чтобы никто в Канаду не поехал? Ты понимаешь, что это мечта? Это мечта всей моей жизни. Мы что, в Канаду едем? Заслуженный мастер спорта Валерий Борисович Харламов. Пошел нахер отсюда. Столько лет вся страна мечтала. А сам-то о чем мечтаешь? Я, конечно, мечтаю. Ты что, мы и канадские профессионалы. Фантастика. Ну, а кроме канадцев? Ну, а кто там еще? Шведы? А построить дом, посадить дерево, вырастить сына? Нет, ну, конечно. После финиша. Только не нужно говорить, что есть любовь и все такое, что слова нужно нежные говорить. Угу. Стихи читать. Неплохо бы. С цветами на балкон лезть. Да. Не моя история. По-моему, тебя опять надо спасать. Ты знаешь, мне вообще кажется, что кроме хоккея мне в этой жизни ничего не надо. Иди ко мне. Даже по ночам постоянно снится. Ты куда? Ира! Вот этого игрока называют канадская торпеда. Вот это киллер, предупреждаю. Оба играют очень агрессивно. Алло, Ира! Простите, а можно я еду? А, да. Спасибо, извините. Вот это вы хорошо запоминаете. Запоминайте.
вообще отпетый, бешеный. Любимый трюк вышибает противника за бортик. Просто быть какие-то. Комбинация травма, да, противник неморализован. Атака! Зубами ее держи, зубами! Ты смотри, что творит, а? Четверых обвел. Ну и плохо, канадцев пятеро будет. Ты должен читать их мысли. Ты должен понимать, что у них на уме раньше, чем они сами это поймут. А ты вообще не понимаешь, о чем думаешь. Алло, Ира? Алло, Ира? Ир, я вот иду и стоп себе думаю, ну не дурак ли я? Я тебе звоню, звоню, а ты скажи, я, может, что-то не так сделал? Да нет, все нормально, просто по учебе завал. Чего, тут как-то все одновременно, тут Канада, тут ты. Ладно, послушай, у меня сегодня час между тренировками будет. Привет. Пойдем погуляем. Валер, вот ровно в этот час я сегодня очень занята. А завтра? А завтра еще хуже, экзамен. Ну, это драка, комментировать не буду. Просто, ребят, будьте готовы. Валера! Здрасте. Слушай, катастрофа надвигается. В смысле? Помнишь, тебе рассказывал, как он тебя загонял, играть не давал? Ну, Тарасу, Тарасу. А, да. Вот надо все это описать. Причем срочно. Да не надо, зачем? Надо. Надо принимать меры, пока не поздно. Или ты боишься? Да нет, почему? Просто как-то выправилось все. Ну, у тебя-то выправилось. А у других, которых он замордовал, выгнал, жизнь испортил. Нельзя быть таким индивидуалистом. Короче, это моя личная просьба. Напиши. Мне это очень важно. Здравствуйте, товарищи. Садитесь. Так вот, руководство спорткомитета решило назначить Эдуарда Михайловича Балашова куратором сборной на время суперсерии с самыми серьезными полномочиями. Предстоящая Олимпиада в Саппоро будет для нас серьезной проверкой. Так что считайте, что суперсерия для вас уже началась. Поверить не могу. Мы все-таки в Японии, Валер! Главное, чтобы в конце снова в Чебаркуле не оказались. Да не боись, Арви! Шведов мы сметем два счета. Они уж привыкли. При победном счете сборной СССР 3-0 в итоге наши сыграли в ничью. Кто виноват? Мы виноваты! А я виноват! В такой игре? Ку-ку! А это все ваши цинкашные дела! Вечно свалите куда-то, а ворота открыты! Спартак тоже хорош! Ползайте, печеные Спартак за собой стоит! И устроили здесь, как бабы на базаре! Чего вы орете? Что такое-то, блин? Алло, Спартак, ты хоть одну шайбу-то сегодня забил? Все на лед. Анатолий Владимирович, у Михайлова сейчас плечо разлетится. А вы затяните так, чтобы не разлетелось! На лед! Игра была интересная, немного расслабленная, так что самое время для тренировки. Против часовой стрелки вокруг меня! Поехали! Быстрее, быстрее, быстрее! Уже круг! А теперь те, кто играют за ЦСКА! Стоять! Подъем, подъем, подъем! Поехали дальше! Поехали, поехали, поехали! Плотнее, плотнее держимся! Стартак за ЦСКА! ЦСКА за Динамо! А теперь Динамо! Подъем, 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 подъем! Демин, ты что встал? Ты что, из Динамо? Спартак, стоять! Встали, 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 поехали! Анатолий Владимирович, объясните, что происходит. Анатолий Владимирович, я прошу вас! Анатолий Владимирович! Крылья, стоять! Немедленно прекратите издеваться над командой! Быстрее, быстрее, быстрее! Что вы себе позволяете? Расслабились они, им уже шведы не соперники! Товарищ Тарасов! Крылья, стоять!
Так, стоять! Циска! Не останавливаться! Я сказал... Не останавливаться! Харламов ко мне! Что значит не останавливаться? Потому что мы сейчас не Циска. А кто? Мы сборная. Сборная Советского Союза. Тренировка закончена. А теперь главная новость сегодняшнего дня. Советская сборная по хоккею стала первой на олимпийских соревнованиях в Саппоро. Олимпийское золото на груди у наших хоккеистов. Здорово, ребят. О, Валер, тебя Тарас искал. Да, кстати, да. Сам не свой какой-то. Ну, а потом в ресторан с ним пошли. Ну, что там у тебя с этим? Как его? Балашова. Да там... Он все время чем-то недоволен, все время жалуется на тебя, он все время кулаки, но что-то говорит, ты что-то не делаешь, о чем он тебя просит. Ну, сделай ты, если он так уж просит, потом просто глаза ему не показывай, все это все. Еще этот матч дурацкий придумали. Кто придумал? Нам надо к Канаде готовиться, а не со Спартаком силами тягаться. Как этот бедный Спартак играть-то будет? Я же их лучшую тройку в сборную забрал. Ой, Валера, че сидишь-то? Иди давай. Так, Леонид Ильич сейчас подъедет. Хорошо, я сейчас. Здрасте. Да, кстати, как там ваша бумага с жалобой с этой? Вот черт, все забываю здесь. Забываю. Ну что, детский сад, что ли? Шутки. Меня все дергают. Когда будет? Ну, завтра. Ну, я жду, учтите, жду. Пошли, пошли. Да, не волнуйся. Сигареты проверила. Лежат на месте. Спички. Анна Сергеевна. О, Валера. Здрасте, Эдуард Михайлович. Здрасте. Вот, между прочим, выдающийся спортсмен растет. Знакомы? Нет, не знакомы. Очень приятно, Валерий. Сергей. Анна Сергеевна, я билеты оставлял на Ирину, не забирали? Нет. Угу. Тогда это вам. Спасибо. Слушай, а правда вы в Канаду едете? Да, так говорят. Ну, удачи тебе. Валера, к тебе бумага. Ты написал бумагу? Ну, Валер, я всегда был на твоей стороне. Машина, квартира, это что тебе? Тарасов помог? А ты что ж? Да, Михайлович, вы, наверное, меня как-то не так поняли. Неправильно. Я никакие бумаги писать не собираюсь. Нет, это вы меня как-то не так поняли. Товарищ Харламов, ваш тренер болен. Его садистские методы работы ставят под угрозу репутацию советского спорта. Он считает, что хоккей в СССР – это он и его игроки. Ошибка. Советский хоккей – это система, которая работает и будет работать. С ним или без него. Если вы поддерживаете диктаторские замашки товарища Тарасова, то вам не место в элите советского спорта. Кому там место? Вам, что ли? Ну, во всяком случае... Не игрокам, которые ведут переговоры с канадским соперником. Значит так, бумага мне нужна. Это мой телефон. Завтра утром жду звонка. Не дождетесь. Что тебе нравится, Валера? Что ты уверенный в себе парень. Молодец. С таким можно в разведку ходить. Желаю успеха в игре. Здрасте. Чего он от тебя хотел? Да вот, автограф раздает. А если я захожу в этот ресторан? Все правильно, скоро. Да ладно. А если я... Попытайся, не так лучше. Ну что, сядем? Ребятки, вы сборная. Перед вами клуб «Спартак». Я не знаю, для чего эта игра, кто ее придумал, но каждый зритель, запомните, каждый на матче должен понимать, почему именно вы летите в Канаду, а не кто-нибудь другой.
сегодняшнему матчу присутствует генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев. Я бы сказал, что это игра дружбы. Вот почему мы с таким интересом следим за товарищеским матчем сборной Советского Союза и команды «Спартак». На повторе мы четко видим, что против Гуськова был применен запрещенный прием. Что-то странное происходит на льду. Судья наказывает сборную за затягивание игры. Балаган! Сфера! Но зато в атаке золотая тройка Петрова. Передача Харламову. Опасный момент. Счет становится 1-0 в пользу сборной Советского Союза. Шайба не защита. Так как при взятии второй было положение вне игры. Не было сборной. Я вообще ничего не понимаю. Что-то определенно странное творится на матче. Все мы видели этот гол, но судья показывает, что был свисток. Шайба влетела в ворота уже после свистка. Товарищ судья! А почему не засчитан гол? Неправильный вход в зону. Сережа, а ты не охерел? Анатолий Владимирович, не горячитесь. Всякое бывает. Что всякое бывает? Что, можно вот так заслуживать сборную Советского Союза? Тише, Анатолий Ильич. Ну, даже сборная Советского Союза иногда бывает полезнее, чтобы выиграл «Спартак». Так не выйдет. Анатолий Ильич, ну согласитесь, не самый важный матч для сборной. Неважных матчей не бывает. Сборная! Все со льда! Устроили цирк. Анатолий Владимирович! Перед начальством хотите прогнуться. Я с вами разговариваю. Сборную унизить. Что вы себе позволяете? Немедленно выводите команду на лед. Сборная не выйдет на лед, пока не поменяете судейский состав. Вы не понимаете, что на матче присутствует генеральный секретарь ЦК партии Брежнев Леонид Ильич? А что, у Леонида Ильича свои собственные правила в хоккее? В общем, так. Все на лед! Всем сидеть! Надо уважать хоккей. Так и передайте Леониду Ильичу.
Ну да. Вот еще. Еще и двухлодыжечный оскольчатый перелом правой Скажите голени. Скажите проще, я играть буду? Вы мне извините, я вообще не понимаю, что такое за игра хоккей. Что, сегодня мужчина себе другого занятия найти не может? Я буду играть. Будем надеяться, Валерий Борисович, что вы хотя бы будете ходить. Славка, опять трындишь? Делом займись. Извините. Ой, извините. Да вон. Хорошо. Уши да слышат? А? Нормально. Здравствуйте, товарищи выздоравливающие. Это что такое? Поберегись, мамочка. У себя? Здрасте. У себя. Что за металлом? Да свои мы, свои, мамуля. А кто разрешил? Ишь вы, порядки себе устанавливайте, спортсмены. Это ж Михайлов. Красавец. Говорим, для Харламова сделайте. Они как услыхали, весь завод сбежался. Сделаем для Харламова самый лучший тренажер в Союзе. Ну, Валер, тут все есть. И прокачка, и растяжка. Ну, в общем, да. Вещь. Те ребят привет передавали. Угу. А как там с Брежневым? Последствий не было? Да не, не было никаких. Валер, слушай, а что у тебя там с этим, как его? С красавчиком нашим спорткомитетовским? Ну, с Балашовым. Да ну его. Да тоже еще тот кадр. Тарасов как-то его сына из команды турнира, так он до сих пор просить не может. Ну его к черту. Слушай, а помнишь историю про Десяткина? Ну этот, как? Ну гимнаст, который разбился на моторке. Валера, он же весь переломный лежал. Так они знаешь что? Они его отправили туда. И не куда-нибудь, а в Швейцарию. Вернулся как новенький. До сих пор вон на брусьях вертится. Не, Гость, не, все это не... Валер, да я все понимаю. Но он может реально помочь. И в сборную тебя может вернуть. Позвони, извинись, попроси. Ну, хочешь, я сам позвоню? Нет, Бось. Не хочу. Валера! О. Здравствуй, Валера. Ваше сиятельство. Чем обязан? Просто... Что? Почувствовала, что тебя снова надо спасать. То есть меня можно только спасать, да? Какая у нас фронтовая медсестра. Только спасать. А когда все нормально было? Нет? Валер, ты... Ты прости меня. Что, что, что? Я так устроена, что просто так... Быть вместе полчаса между твоими тренировками мне неинтересно. А теперь тренировок нет, да? И все, у нас зеленая улица, Ирине. Как там тебя? Валерчик, я сейчас уйду. Да иди ты! Иди ты к черту! И не надо меня спасать! И жалеть меня не надо! Да идите вы все! А ты знаешь, что у меня жена и трое детей! И папа у них чемпион! Что уставились? Ой, чё-то я устал сегодня. Погода, наверное, меняется. А, ты же Владимирович. Здрасте. Здрасте. Девочка телефон дала, да? Девочка хорошая, я видел. Только смотри, Валер, не торопись. Выбирай с умом. Да чё-то трудно, Анатолий Владимирович. С выбором в этой жизни. Я вот сижу и стоп себе думаю, не дурак ли я? О, ну, Валер, ты чё, слушай, дай мне выпить немножко. Ну, конечно. Я так хотел, так мечтал. Мне во сне снилось, как мы сносим этих канадцев. А раз теперь так, то пускай уже ничего не будет. Вот и водка кончилась. Ну, пойдем. Я тут знаю одно место. Просто хочу покоя, Анатолий Владимирович. Это не сложно, Валер. Ты и так сделал больше, чем многие. Можешь отдохнуть. Анатолий Владимирович, что так холодно? Так это ж морг. Зачем морг? А как просил? Тихо, спокойно, никто не потревожит. Привыкай, Харламов. Я же не смогу играть.
прежде. Да кто тебе сказал? Сможешь или не сможешь, только тебе решать. Только тебе и никому больше. Ты должен играть. Я не еду в Канаду. А при чем здесь Канада? Ты что, ради Канады играешь, да? Ради славы и наград? Да ты жить должен. Понял? Жить и не ради Канады. Жить и играть. И делать выбор, Валера, каждый день. Твой номер 17-й. Его весь мир знает. Ты, короче, тут постой и стоп себе подумай. Посоветуйся вон с ребятами. Без меня обойтись не можете. Только прикорнуло. Ну, слышите, грохот во всех палатах стоит. Разберемся. Да. Спать! А? Спать! Нет, не виноват, понимаете? Валерий Иванович! Валерий Иванович, открывайте! Валерий Иванович, открывайте! Откройте начало, да? Вот видишь, пацанов набрал, чтоб смена росла. Теперь и тебя, Стиви, тренировать буду. Вертолетики! А ты что встал? Тебе что, особое приглашение требуется? Вертолетики, я сказал, Валера! Давай, давай, не стесняйся! Вот это твоя команда сейчас! И вот здесь твоя главная битва! Веселее, веселее! Вы в хоккее! Валер, а где мама твоя? Что-то она не болеет за тебя. Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, cinco de mayo, seis de junio, siete de julio, San Fermín, Pamplona, Hemos de ir con una media, Pamplona hemos de ir con una media y un calcetín. Мань, ну прости ты чемпиона мира-то. Ну, Мань, а? Завтрак. Вот ведь мои испанцы. Давай, 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 Валера, вспоминай, вспоминай, не ленись, давай! А вы что, боитесь его, что ли? Ну-ка, втроем налетели, вчетвером, пятером! Да он у тебя уже совсем в форме. Ну, а я тебе о чем говорю? Валера! Валера! А ты вообще не здесь! Ты реши свои проблемы, потом приходи сюда на лед, понял? Самой красивой девушке посвящается звезда. Вверху одна горит звезда. Мой взор, она манит всегда. Да что это такое тут происходит, оп, а? Промахнулся. Куда полез? Прости, бабуль. Ну надо же, то девушка, то бабушка. Боб Саш, что случилось? А? Ты что здесь делаешь? Я стихи хотел прочитать. Что? Стихи хотел тебе прочитать. Ты что, умеешь? Не-а. Зачем тогда? Жениться хочу. Ты жена? И детей трое? Набрал.
А тренировкам не помешает? Ну. Соглашайся. Только если стихи наизусть выучишь. Да? Ой. Правда? Меня Кулагин называл, не видели его? Даже не представляешь, как тебе пробивать пришлось. Тарасов всех на уши поднял. Даже Боброва заставил до политбюро дойти. Куда пробивать? Почему здесь Бобров? То есть как при чем? Кстати, где он? Бобров? Тарасов. А ты что, ничего не знаешь, что? Тарасова сняли на следующий день после того матча с Брежневым. А чего молчали-то? Нахера молчали? Тарасов просил тебе ничего не говорить. Бобров теперь главный тренер сборной. Он с нами в Канаду поедет. Харлама! Здравствуйте, Всеволод Михайлович. Здравствуй, Валер. Ну что, готов? К чему, Всеволод Михайлович? Не может без тебя сборная. Так меня же вроде убрали из-за травмы. Борис Павлович говорит, ты в хорошей форме, да я и сам вижу. Ну, едем в Канаду. Я ради тебя Игнатова открепил. Второго предложения не будет. Борис, сейчас, когда до самолета Правильно, настоящий хоккеист должен видеть своих, чужих и блондинку в третьем ряду. Валер! Голливуд! Ваши прогнозы? О, хоккеисты! Прогнозы это... Шайбу! Ребята, Тарасов. Здравствуйте, Анатолий Владимирович. Здравствуйте, Анатолий Владимирович. Ну что, засранцы. Что, думали, не приеду вас проводить, да? Эх вы, так и не поняли, что вы и есть вся моя жизнь. Ладно, пошли. Антон Владимирович, я зуб вставил. Золотой. А Зенит женится. На вратаре женский сборник. Не, серьезно, Антон Владимирович. Она вообще-то меньше, чем третьяк пропускает. Она еще красивее, ой. Ее Настя зовут. Удачи. Ну что, летите.
И возвращайтесь только с победой. Все, вот все, давай, забирай своих обормотов. Ну, действительно, поехали. Все, поехали. Будем стараться. Анатолий Владимирович, на свадьбу жду. После Канады. Счастливо. Спасибо. Счастливо. Поторопимся. Анатолий Владимирович, простите меня. Я должен был давно сказать. Они под вас копали, но я вас не предавал. Я знаю, Валер, да ты что? Да ты что? Я же тогда все знал. Я, может, из-за тебя-то веру в человечество сохранил, Валера. Все, все, давай, давай, иди. Иди. И помни, на тебя вся страна смотреть будет, как на Гагарина. Давай, Чебаркуль, веселее, вы в хоккее. Гусь! Я! Зубы береги! Есть! Девушка, вы не скажете, какая сейчас в Монреале погода? Точная информация будет за час до посадки. Леденцы, пожалуйста. Леденцы. Благодарю. Пожалуйста. Ты за чем смотришь? Рад я, что выкарабкался ты. Все мы тобой гордимся. Но сейчас вместе держаться надо. После этой истории с Тарасом. Ну, нелепость какая, а? Никто ж мог подумать, что он сам себя так подставит перед Брежневым. Фактически обезглавлена сборная. Бобров, конечно, хороший мужик, но не того полета птица. Ну, чё ты? Мир? Вот гляжу я на вас, Эдуард Михайлович, и думаю, какой же вы неутомимый человек. Просто зависть берет. А ты учись. Учись. Все-таки приехали, и мы должны оценить их смелость, ведь все понимают, как закончится этот матч. Скажите, а это правда, что всех ваших игроков в случае проигрыша обещали отправить в Сибирь? Ну, зачем же сразу говорить о проигрыше? Наши игроки находятся в прекрасной физической форме. Вот даже Валерий Харламов после тяжелейшей травмы правой ноги, и он, как видите, советская сборная приехала побеждать. Если вы победите, я съем вечерний выпуск твоей газеты. Единственная вещь, которая нужна русским, это обратные билеты. Хорошо звучит. Расскажите, а приготовили ли вы для них что-нибудь особенное? Вот что мы приготовили для русских.
Катя болеет сейчас. Обещал, без гола не вернусь. Сегодняшняя утренняя газета. Перед завтраком мне ее подсунули под дверь в гостинице. Это мы, советская сборная в виде сопливого ученика. А это канадский учитель, учит нас играть в хоккей. И я себя спрашиваю. Это вы, ученики? Вы, которые разделываете под орех лучшие сборные мира? Я знаю, что вы можете все. Так идите на лед. И докажите это. Ну что, ребят, сядем? Ничего не вижу. Ну вот. Зрители расположились на трибунах формы. Согласитесь, это огромная цифра. Буквально через несколько минут здесь начнется матч. Это что такое? Вам что, отбоя не было? Ну-ка, пусть всех по палатам. Ты разрешишь? Современно событий нашего времени. Этот матч откроет серию расступитесь игр между канадскими ну, профессионалами. Так, иди вторая дочка, иди садись. И хоккеистами сборной команды Советского. Я не буду, не буду смотреть. У меня нервов не хватит. Все мы испытываем колоссальные волнения, схожие с тем, какое испытывают, пожалуй, только пионеры-первопроходцы. Все мы сегодня чувствуем себя первооткрывателями, выходящими на огромную арену, чтобы помериться силами с могучим противником. Очень хочется надеяться, что наши любители хоккея не будут разочарованы. Итак, говорит и показывает Монреаль. Начинается официальная церемония открытия хоккейной суперсерии СССР-Канада. Сразу чувствуется особый статус этой игры. Ведь впервые здесь встречаются сборная Советского Союза и команда звезд Национальной хоккейной лиги. Обратите внимание, какие разные подходы у наших стран. Спортивный стиль наших соперников. Наши с канадцами играют. Харламов играет. Опасный. Больной Харламов? Да. Рассчитан на внешний эффект. Да. Канадские профессионалы демонстративно играют без шлемов. А это кто? Чураются вызывающих приемов. Михайлов! Капитаны команд разыгрывают. Канадский капитан выигрывает. Даже как-то яростно, я бы сказал, он подошел к этому символическому моменту. Да, в Канаде хоккей – это не только спорт. Стоп! Это еще и Леша, шоу. Замри!
Так, видно тебе? Хуанита! Хуанита, иди смотреть на нашего племянника. Хосе, без меня не начинать. Уже иду. Считанные секунды до начала первой 20 минут. Сильный противник. На 30-й секунде матча шайбу в ворота сборной. Все, хана, брательник. Сушите весла. Канадцы – это канадцы. Куда ж ты, фигурист? Первый гол на 30-й секунде матча. Но нашим нужно держаться. Держаться во что бы то ни стало. А счет уже 1-0 в пользу канадцев. Михайлов, Петров, Харламов. Чего смотрим? По 15 суток вам теперь, каждому. Канадцы есть канадцы. Трибуны Монреаля ликуют. Ну что тут скажешь, конечно. Канадские профессионалы это заслужили. Удачи, парни. Все равно уже терять нечего. Достоинство. Достоинство. Смена! Если проигрывать, то только с достоинством, с достойным счетом. Что вы сказали? Это не я сказал, это распоряжение Москвы. Вы вообще на чьей стороне? Тарасова свалил, нас здесь травишь! Тихо, вы что, тихо, тебе позволяете? Тихо. Прошу вас. Дисциплина в команде! У вас сигареты пошел. Есть? Идите покурить. Я не курю!
Goal for the Soviet team, scored by number 11. Наши! Зимин! Кто? Кто забил-то? Ай, красава! Уже не в сухую! Михайло Петров, Карлама! Веселее, веселее. Мы в хоккее. Мужики, они такие же, как и все. Товарищи, можно рвать. Из Москвы получена новая установка. От нас ждут ничьей. Валер, Валер. Я нормально, я за водой, ты чего? Итак, внимание! Сели все. Идет вперед, вот он входит в зону, его преследует канадский нападающий. Какая бешеная скорость! Какой у тебя племяш? Гордись! Давай вместе! Это мой племянник! Это мой племянник! Команды заняли свои позиции перед вбрасыванием.
Это сумасшествие, парни. Я не понимаю, что происходит. А этот их номер 17 вообще вытворяет все, что хочет. Ну-ка, лучше проснитесь, ребята. Вы сейчас не играете в хоккей. Это война. И это наш лед. Это наш дом. Это Канада. А с этим номером 17 разберись. Понял? А теперь пошли и сделаем это. Вперед, парни! Сели, Саша, сели! Давай. Раздевалку его. Не сажайте. Так, не сажайте его. За мной. Лишь недавно Валерий Харламов оправился от тяжелой травмы. И вот сейчас канадский игрок применил, даже не знаю, сложно назвать это приемом, очень грубое. Неспортивная игра. Я что, и ногу собирал по кусочкам. Такой хоккей нам не нужен. Терпи. Будет больно. Сильный ушиб, перелома нет. Но колено у тебя может разлететься в любой момент. Ну, завяжи так, чтобы не разлетелось. Ты понимаешь, что этот матч может оказаться для тебя последним? Ну, значит, это будет моим последним матчем. А дальше буду просто жить. Понятно. Аккуратней! Канадские трибуны встречают аплодисментами нашего мужественного хоккеиста. Ну, что скажешь? Не знаю, только он сможет придержаться. Бит по экипу Советии. Вот это я понимаю. Молодец! Нормально. Чуть второй не выдал.
тебя лавочка, братишка. Давай, давай. Fucking understand me! Ну. But de l'équipe se maintient par le numéro 11, tout seul. Сколько там осталось? На льду снова наш прославленный номер 17, Валерий Харламов. Он сталкивается с соперником. Канадец применился на прием, но Харламов отвечает ему тем же. С каким мастерством он удерживает шайбу? Не дает ее вырвать, хотя соперник превосходит его своей мощью. First game between USSR and Canada. Да, это великолепное достижение нашего хоккея. 7-3. Это победа, товарищи. Я слышу, как канадский комментатор в удивлении пытается разобраться, что это, волшебство или чудо. Нет, это не чудо, друзья. Это неимоверная воля к победе и безупречная подготовка. Говоришь по-английски? Немного. Слушай, я вообще не понимаю, как ты это делаешь. Вот эти два гола. Это было здорово. Мне бы твою скорость и талант. Мне бы твой рост и силу. В суперсерии еще много матчей. Сочтемся. Что он тебе сказал? Сказал, хрен бы вы выиграли без гуся. Да!
Алло! Андрей Владимирович! Мы выиграли! Ты мне лучше скажи, откуда взялись три шайбы в наших воротах. Ребята, я вами горжусь. Вы лучшие.